Эти поливайки на платформах, ужас какой. О, обе открываются, смотри. Держи эту, опа. Заработало, да? Понятно, значит, это он. А мы вообще туда едем? Да, вроде да. Фура сзади, блин. Это будет забавно. Она нас никогда не объедет. Тут. Да, на повороте никогда не было. Бензовоз, да? Самый лучший вариант. Сзади нас фура не может объехать, мы слишком длинные. Ну, что мы можем сделать? Испариться? Нас все равно не, ну, опережение совершить не получится. Слишком узкая дорога. Ну да, занимаем уже полосу. Тихо. Чего? Торможение? А что там случилось-то? Что-то у него там на колени. На колени? Чум! Мухи! Вот зачем нужен бас. Накидываешь на лицо, и мухи тебя не жрут. Мы там пробку сзади организовали. Ты видел какая, да? Слушай, тут момент какой. Да. Они могут при желании обгонять. Да. Ну тут не могут. Встречки. Вон. Главное не на поворотах, а вот напрямую вот сейчас может проехать целая вереница машин. Ну
Блин, там птичка дохлая лежала. Да. Я мы еле объехал. Знаешь, когда мы вот ездили в Красной Поляне, там вот по этой трассе иногда попадались вот мертвые птицы, но более жестко там были мертвые совы. А, ну да, фура ударилась. О, фура на обгон пошла. Вообще класс. Ты прикинь, он за нами минут 10-15, наверное, ехал. Как же они сейчас, наверное, нас это поносят просто, знаешь. Сейчас пробка, наверное, машины встала. Вот там, уже. По финале нас, наверное. Да, вообще. Знаешь, подумают, она, там, наверное, какое-то ДТП случилось. Ну смотри, у меня сейчас я зло опустил. Мне кажется, низко оно стало, блин. О, ой-ой-ой, тихо, блин, сейчас они давить еще и нас будут. Не, нас не будут, да. Нормально. Все окей. Ехали, там было очень весело, там где серпантины, там обгон запрещен вообще везде. А, и получалось, что вы мешали. Не, ну мы типа едем по краю, там хорошо, что продумали, там была обочина более-менее везде нормальная. Ну да, на серпантине обгон запрещен, да. Да. И там были же эти, знаешь, там бывают иногда специальные места, где можно типа остановиться и пропустить. Ну, типа для низкоскоростных транспортных средств. А, карманы? Да-да-да, такие кармашки. Но так там все равно ехали спокойно, потому что там были эти всякие фуры, погрузовики, были машины, ну, люди, которые, видимо, из Москвы едут. А. Им эти серпантины вообще они не понимают, что с ними вообще делать. Ну, конечно, страшно. И поэтому они ехали там 30 километров в час. Поэтому мы там на велах вообще себя хорошо ощущали. В общем, эти серпантины как велодорожка ощущаются. Ну, правда, там прилив еще такой. Тебе на остановке что-то надо делать или нет? Не знаю, вот, наверное, я просто думаю, на остановке мы во вторую группу перейти. Что, купить? Во вторую группу перейти. А, тут давай что-то... вместе катем, что ты трудишься. Да. Нет, тут просто что-то совсем скучно. У меня нагрузки никакой вообще. Это мы очень долго будем ехать и скучно. И в третьей группе мы просто приедем позже. И, скорее всего, пойдем под более сильный дождь. Давай в первую переходи. Первая слишком быстро едет. Что, они на... не всех обогнал здесь, что ли? Еще в первую группу попасть там почти нереально, потому что они на остановках почти не останавливаются. А-а-а. Они очень мало там стоят. Не, ну есть, знаешь, такие, которые типа долго стоят из первой группы, а потом смешиваются с второй группой. А еще из-за того, что все едут слишком медленно, получается в канале с обгоном. Поехали вот так обгоним чуть-чуть. Зачем? Ну, там лучше ряд стоит. Нет, вообще. Это первый раз, да? Да, ты сейчас такой. Мне Серега, например, наш сказал. Во. Я будет в канале. Тут ряд лучше стоит. Наверное, потопит дальше или нет? Интересно даже. Да, он решил вперед. Что, поехали мы вперед? Мы обогнали, понесли все. Поехали за ними. Это те, кто поняли, что они хотят во второй быть. Не, давай, надо. Давай. Что? Куда ты? Поехали за ними. Дальше? Да, давай. Вперед. Изменилось.
Ну ты это, как это, как дрель. А? Как дрель, канон слишком высокий. Так делать не стоит. Давайте в один ряд машины едем. Да, да, в один ряд. Ага. Не получилось. Сейчас налево, аккуратно. Сейчас налево поворот будет, да. Налево? Налево, да. У тебя нету маршрута? Да. Я тут первый раз. А. Пока что все было. Ой. Надо пока было. Все было по прямому. Надо было скачать маршрут. А мне некуда его. В смысле? Ну пока некуда. Ну хотя бы на телефон и в наушники, не знаю. Нет, ну да, телефон, наушники. Хотя бы в телефон надо скачать. Я вообще как бы за кем-то еду все время. Ну так получилось. Ну. Чтобы ехать немножко бегал. О, классные дороги, да? Ну да. Да ладно, Ярик, что ты туда-то? А там кто-то есть, что ли? А мы группа, которая вторая, мы ее можем бегать туда надо? Можем. Видимо, там кто-то есть. Раз он туда едет. Догоняешь, да? Там кто-то едет гран-тур на машине, видели? Да. Поехали. Да-да, аккуратно. Камни. Можно поцарапать. Вот. Вот этот участок. Я понял. Я накрыл, да. О, там кто-то прям, ох, как хорошо, ветерок сразу, класс. Рома едет очень медленно, и он хочет перехватить нас на остановке. Блин, я просто застегнулся. Я не могу. Я думаю, километров 20 в час он будет ехать. Ну давай, окей. Закрою.
Дождь. Олег. Давайте вперед. Вперед, вперед. Все вперед. А бабах проливной. А? Переодеваемся. Давай, Дим. Переодеваемся. Сейчас резко не тормозим, асфальт мокрый. Какой-то он с градом, да? Как будто бы да. У меня верхний фонарик включился. Да. Верхний? Да, я завидую. И верхний, и нижний? Да, оба. Отлично. А у тебя нет фонарей, что ли? Есть, нет. У меня крыльев нет. А? Крыльев нету. Мне прям четко в жопу струя бьет. Понятно. Это град, что ли, да? Ага. По ощущениям град. Капли очень тяжелые. Вот и все, да? Освежающе, да, было. Кончился, вроде бы. Слушай, забавно, но жилетка как будто бы спасает, несмотря на то, что она сзади тканевая. Да. По-моему, я сухой почти. Почти весь, как говорится. О! Стоп. Тормоза-то не работают, да, я и забыл. Да ладно, пропускаешь, что ли? Это он пропускает, а остальные могут и не пустить. Спасибо! Там фура жестит. Водичка! Класс! Идеальная погода! А? Шикарная. Шикарная, да. А. Ты только главное не едь передо мной. Интересно, он закончится вообще? Конечно, не факт. У меня ноги уже мокрые. У меня тоже. О, ты прошел обряд посвящения, да? Да, да. А что ты куртку не застегнул? Не успел? Аккуратно только входи, так что вообще супер. Это мы это с тобой в одну линию. Или ты на обгон пошел? Ну ладно. Думаете, там просушек впереди? Да, там, там быстрее дождь кончится. Да. У тебя все в это, как его, в подырочку? Понятно. А вот такая подверстность у тебя есть? Есть. О, видишь? По-моему, он почти кончился. Бльет только из-под этих колес. Тормоза, правда, не работают, но это уже другое дело. Погода теплая. Да, вообще супер. А прикинь, как это будет, когда будет летом, летом дождь, будет плюс 30, да? И дождь. Тогда это будет за счастье, да? Вообще будет класс, да. То, что самое странное, у меня на голове просто шлем и кепка. Ага. Я чувствую, что голова не мокрая. Молодец. У тебя тоже, наверное, да? Да. Все плюют. У тебя такая длинная велокепка, знаешь? Это не велокепка, я бандану сегодня не нашел вот здесь вот вниз. А время уже было. Ну да. Поздно. Это остановка будет, да? Да, да.
А что, в смысле 32 километра только? 49. А? Ну, поехали, 49. В смысле? А, выехали. Ну, еще сейчас надо ехать мне. Ну, еще 10 километров надо ехать. Ну, видимо, да. Как минимум. Показатель, да там не написано. На, у меня 87 километров до поворота следующего. Так что нормально. Мне как раз должно батарейки хватить в камере. А там сейчас что-то видно, нет? Ну, я думаю... А что, там прям видно, что прям вода на ней? Да сильно? Нет, я не вижу, но на стеклах вот вода здесь. Ну вот смотри, на линзе есть я вода? Я не вижу, сейчас мне стекла залиты. Посмотри, есть у меня на линзе вода? Я не вижу, черный четыре года. Да? Монолит. А? Монолит. Сирень бы как? Даша, ну-ка, ну как тебе? Прекрасная погода. Да. Отличная компания. Тормоза бы еще работали. Было бы хорошо. Ну, они, в смысле, мокрые. У меня теперь комбо, они у меня подгорели, а теперь они у меня промокли. Сцепления нет. Не, ну есть чуть-чуть. Настоящие шоссеры, без крыльев ездят. Да? А? После Анапы. После Анапы что? Колодки. У нас здесь все окей. Я ей только подтягивал потом. У меня же вот эта пара колодок, она, по-моему, прошла у меня еще с прошлого раза. Я же на них подавно ехал, а Насте мы поставили новые. И на этих я же фотки скидывал в чат, по-моему, там еще 50% осталось. Но они такие, от них прям воняет. То есть если их подносишь. Самый лучший, а? Можно ехать, когда только образ горит. Да-да-да, я его для этого и поставил, да. У кого это? В общем, Настя, я только подтягивал чуть-чуть уже около этого, как когда мы в Адлер приехали. Ага. По-моему, после того, как мы с Красной Поляны спустились, она с нее пешком шла вообще. Ого. Там иногда спуск процентов 20, короче. Ну да. И 20% где-то, то есть там полкилометра спуск на 3,5 километра расстояния. А когда вы вниз летели, вас машины отгоняли? Нет, я их обгонял. Нет, там реально, там стоят знаки 30. Но как бы если я буду ехать по знакам 30, у меня не будет тормозов просто. Поэтому как бы сорян. Кстати, мы когда ехали на поезде обратно, у начальника поезда была фамилия сорян. Кайф. Кто был начальник поезда? У начальника поезда была фамилия Сорян. Да? Да. Сорян? И он говорит, Сорян, нет. Ты сейчас нарушаешь все правила, которые только можно. Я скринился на пол этого корпуса вообще. Что там, водичка. У меня вон чехольчик для сумки. А, нет! Боже мой. Дождь кончился. Мы сейчас высохнем. У меня в институте был чел. Да. Какой-то преподаватель. Забей в ворота фамилия. А. А. Да, кто-то приканялся. Что, фанаты тебе могут взять фамилию Рафа, там, знаешь, или там Бьянчи. А вот интересно, можете ли вы договориться с ветром, чтобы еще были опционально бибы? Чтобы они под... Можем, дизайнер должна нам подготовить... Под цвет были? Да. То есть они будут? Олег, можно я за плечо подержусь? А? Подержаться на тебя можно? В смысле? В каком смысле? Чтобы тебе за мной держаться, тебе надо ехать за мной очень близко. Хорошо, что у меня есть крышечка. Да здравствуй, крышечка.
спасибо. И снова привет. Снова здравствуйте. Да. Хорошо. Ну, удачи тебе в тренировках. Я снова встала, я. Вот с Серегой Трубецким, старшим тренером. На. А его здесь Олега Френда. Здесь пассатиш? Пассатиш нету. Нету. Пассатиш точно нету. Так, где поставиться? Ну, этот магазин сегодня опять тоже выручку. Пошли вон туда, в конец и поставишь, Олег. Давай, да. Идем за мной. Макса есть. Пошли вон туда. Ну, они с Нидерландами, люди начинают тебе махать, почти все. Причем, даже непонятен эффект, почему они это делают, но машут все. Причем, кто-то машет так с выражением лица, типа, о, как классно, он снимает, а некоторые, типа, о, он снимает, надо помахать, как будто бы, не знаю, как будто бы у них традиция, что ли, такая, еще что-то. В общем, если туда поедешь, реально махать будут абсолютно все. Поехали. Вот. А я снимаю все-все-все, когда еду. Позаметил, наверное, да? Да? Да, я больше люблю вот какие-то там эмоции, вот что-то такое, а дорогу мне лично скучно. Не, ну эмоции, понимаешь, они на дороге. Вот я сейчас, мы сейчас общаемся, я сейчас это снимаю, мы едем, у меня свободные руки, понимаешь? Ну, это да, но иногда бывает, ну когда просто вот едешь, и, ну не знаю, мне долго. Не, ну если просто дорога, понимаешь, ее можно просто не монтировать. Я иногда вот дорогу включаю, когда какие-то красивые моменты. Вот, например, даже вот я снимал, когда мы ездили в Сочи, ага. Там же ты едешь, и там у тебя как минимум, ну, красивые виды гор там постоянно. Ну да, но на фоне, у меня, да. Получается, я так снимаю, но у меня правило не больше минуты. Я снимаю на GoPro. То есть у меня три камеры обычно всегда с собой минимум. Ага. То есть GoPro всегда на руле, чисто чтобы были отбивки между событиями. Потом Sony, когда я хочу что-то на ходу снять, и обычно еще без зеркалки, ну, в общем, Sony Alpha. Вот я с собой еще без зеркалку потаскал, но я понял, что тяжело, по большей части проще с телефона снимать на самом деле. Ну, я себе купил полнокадровую, и там, конечно, кадры, ну, то есть совсем-совсем другие. Ну вот, с айфона у него камеры достаточно хорошие, видео там получается классное. Ну, особенно... все равно не сравнится камера вот с такой. Не, с ну, конечно, сенсор. Не сравнится, но момент какой, ты снимаешь на экшен камеры, и когда ты снимаешь на экшен камеры, а потом на full frame, у тебя получается контраст качества. Ну, я стараюсь, вот. Не так сильно. Иначе тебе, знаешь, тебе нужно... в последнее время почти не снимаю, только отбив. Ладно, ну, мы поедем медленнее, а то у Яны меньше темп. Давайте, давайте, да, хорошо. Что, счастливо. Ага. Может, еще на следующем подкате увидеть. Давайте. А нам туда, да. Да, будет забавный кадр. Кадр, как я снимаю шлем. Классный шлем. Не, ну когда один едешь, это не так сложно. А с группы на самом деле тоже не очень сложно. Песок, аккуратно! А ты как
это... Там первым, да? Первым, да. Вы вместе, наверное, сидели, я так смотрел. Ну, вряд ли... там с колесом, да, замес? А? Не было там с колесами замес? В смысле? Да мне, получается... Сказали в кассе, что не надо билет покупать на автомобиль. А, замес я видел, да. Я такой, типа, ну... А что там колесо-то снять переднее? А? Что там колесо снять переднее или у тебя? Я снял. Ну. Я ушла и обратно поставил. Вот такая втулка, она очень хороша для потренировок. Да. Потому что если тренер слышит шум, он бьет по рукам. Да. Или там по ногам, не знаю, как там проще. Потому что вот на тренировках, когда тренер учит, он вот первое, что учит, это крутить без остановки. А, понятно. То есть ты крутишь без остановки, ты едешь в группе, потому что если ты останавливаешь педалирование, у тебя прыгает этот, как его, у тебя пилотон прыгает. А, ну да. То есть все равномерно крутят, все равномерно едут. Да, 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 примерно тот сегмент. Разница очень большая, если ты... Смотри, как красиво, видел? Когда ты за кем-то очень близко едешь, ты там можешь экономить очень подофига. То есть ты можешь ехать как в начале третьей группы с нагрузкой. Ну, короче, ты можешь ехать в конце второй группы с такой же нагрузкой, как в начале третьей. Жиры по сторонам не получается смотреть, потому что ты концентрируешься. Вот да. Не, ну это по опыту, понимаешь, вон смотри, красивый лес. Ведь яма. Латали, по-моему. Отлично. Ну, смотри, какие поля справа. Да. Оп. Что-то долго, да. Я поеду вперед, наверное. Я говорю, я там первый раз туда поехал. Я вперед. Удачи! Мы что-то уже были. Знакомое место. Мне кажется, или мы тут уже были? Раньше на каком-то погрантуре были тут. А я второй раз туда был. Еще один. Они едут. Я просто в туалет хочу, поэтому я улетел. Что-то очень медленно едут, прям ужас. Все равно потом оторвемся. Догоняйте! Не, мы сильно валить не будем, но и не будем это...
Медленно ехать не будем, но... Да. Давайте я сменю, что ли? Давайте. То как-то медленно. Чуть-чуть добавим. Давай приму. Давай. Ай-ай-ай-ай. Чуть-чуть сбавь. Сбавив чуть-чуть. Мощность упала. Давай, давай, давай. Просто спуск, а мощность упала. Прям такой хороший спуск. На нем прям. Классный спуск. Я спальшку порвал. А? Спуск хороший был. Такие, такие спуски терять. Вы чё? Давайте, давайте, я знаю. Ты же в курсе, что у тебя заднее колесо танец живота делает, да? Да, это сегодня снеговал. Поэтому мне ближе доехать, а там уже... А-а-а. Хорошо, что у тебя дисковый тормоз. Ой, да, это вообще, честно говоря. Давай вперед, я за тобой. Какая-то летит с деревьев. Давай за мной. Вас фиг догонишь. Я вас минут 30 уже подогоняю. Мало того, что пачку порвал, еще и отвалился. Да-да. Три диска. Там еще двое отвалились. Один штрафной бал. Да-да. Это желтый. Как при отходе, там нужно постоять 3 минуты.
А думаете, наш магнит? А что тут никого нету? И помойки пустые, смотри. Что-то не так. Да. Может, там пятерочка будет какая-то? Ну, по треку здесь. А, да? Или не совсем. Слушай, не совсем, подожди. Ого, Максимова уже проехала, уже на финише. Ну, а что? Она, походу, это, у нее... Если бы ты смены принимал, мы бы да. уже тоже на финише были. А то ты порвал пачку и отвалился. А потом сзади на хвосте. Красиво уехал. Да. Закат. Ну, все, что, здесь как бы я не вижу, здесь пляжи никаких. Сейчас. А пляж был разве не на прошлом? Не, на этом тоже пляж. А, да, слушай. А, пляж типа чуть-чуть туда. Точка... Ладно, короче, магазин пойдет там? Точка 7 пляж. Но на пляж какой смысл сейчас идти? Я пошел в магазин. Посмотрите там, где я. Да. Так, сколько у меня батарейки осталось? О, в этот раз. Ты пересматриваешь то, что снимаешь? Конечно. Давай, давай, давай. Оп. Здрасте. Упали? Мы там успеваем на Эльку или нет? 50 минут. А? 50 минут. В смысле? Ждать. 50 минут на... Ждать. На... Нет, на предыдущую не успели, да? Либо вход на клон, а? 56 нет. А сейчас нету, да, уже, да? Судя по тупу, нету. А какая была предыдущая? Ну, либо вызвать, либо вот плотно смотреть, прям совсем плотно. Да, выше просто. А где упали-то? Кто здесь? А где упали? Прямо? Вот на этом бордюре? Нет, до бордюра. До бордюра. В каком месте? Вот прямо здесь, на дороге. Руку сломал, что ли? Нет. Слушай, лучше прямо здесь не разошлись, потому что... Электричка. А вы скоро хотите вызвать, да? Конечно, что там разрезалось? Разрезало прям, блин. Здравствуйте, а можно ушедшее... скоро можно вызвать? А, значит, молодой человек упал с велосипеда, разорвал руку. Вот, тут надо зашивать. Никовали? Упали тут люди. А? Упали тут люди. Ну вообще сейчас польет. Вон упал человек, ну там. Где-то тут. Там где? Вон человек упал сильно. Да. А что там? На ту, на которую вы хотели, вы его не успели. Ну да, мы там 10 минут, надо было сразу ехать, как мы приехали. Да, а не рассеиваться. Спешка. Ага. О, можно тут купить. 20 минут назад. Не, ну можно вообще. Я верно понял, что первая группа, они не попали не в первый дождь, получается. Попали. А? Попали. Первые попали все. Не, так мы же ехали, а помнишь, потом в какой-то момент сухой асфальт пошел. Ну, что? То есть получается, что те, кто успели доехать до этого сухого асфальта. Да вряд ли они слишком. Я думаю, что есть те, которые успели. Мы подождем, ехали буквально там полчаса. То есть те, кто ехали по 35, по 40. Ну, посмотрим, флайбай потом спросим. Могли успеть. 56. Что, думаешь, с великами пустят прямо в KFC? Я думаю, что можно что-нибудь поискать. Давай. Куда? Отлично. О.
Что это было? Это мы в последний, получается, вагон садимся. Да. Если он будет тут, а не там. Это самый. Мы же 2 недели назад так на электричку опоздали. Да ладно, не ну, в смысле, пали, мы да? встали, а она... О, прям для меня. Там никто не выходит? Кто не выходит? О, а вторую раз. Опа! Опа, 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 опа. Здорово, пацаны. Гоп, гоп. Так, спасибо. Слушай, 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 подожди, ты можешь его тут кинуть. Давай лучше тут, чтобы вон те места были свободны. Лучше вот тут кидай. Ну, здрасте. Зашли, да? Там очередь просто, нам надо определенную эту штуку, широкую. Надо было брать куртку, да? Куртка как-то тоже не жарко.